Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами новым проектом. Он буквально на днях стартанул. Называется Clix4Books. Это проект серии баппоинтов, друзья. Здесь это все можно прочесть. Можно начинать без вложений и как на баппоинтах. Когда мы набираем 1600 баппоинтов монет, мы переходим в первый уровень и начинаем зарабатывать от просмотра реклам по 12 центов. Это все переводится как бы и можно все изучить. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, имейл, пароль. Вход по логину и паролю. Я зайду в аккаунт. У меня на балансе 345 баппоинтов. Я сюда ничего еще не инвестировала. Не закидывала. Вот. И что? На баппоинтах хочу вам показать, как зарабатывать. Вот такая вот у нас здесь рекламка. Вот VIF. Вот на эту вкладочку нажимаем. И у нас вот такая, кто без вложений. Когда я инвестирую, у меня вот этих баппоинтов не будет. И вот здесь 1, 2, 3, 4, 6, 8 рекламок. Одну рекламку я оставила посмотреть, показать, но для видео. Вот нас перебрасывает на страничку. Загружается шкала. И капча стандартно выбираем просто перевертыши. Все. Я рекламку просмотрела. Возвращаюсь в аккаунт. У меня стало 360 баппоинтов. Далее что? Это Пуршас баланс. Баланс вывода. Здесь группы. Можно просмотреть как бы свою группу. Так, возвращаюсь. Также здесь сразу находится партнерская ссылочка, друзья. Теперь по вкладочкам. Это просмотр, это... Так, видео, да что это такое? Давайте-ка посмотрим. Что, готовы ли вы продвигать ваше видео? Теперь вы можете добавить сюда собственное видео. Ага, это можно как бы... рекламить свои видеообзоры. Ну как. Дайте-ка кликнем сюда. И что у нас? Смотрите. Видео. Вот. Ну неплохо. То потом будем разбираться, что еще у нас. Сетка здесь есть. Можно зарабатывать на сетке. Угу. Очень даже и неплохо. И я ничего не выиграла. Вроде как. Ну ладно. Так, это сетка. Здесь у нас что? А, это игра. Ну, это сами тут посмотрите. Далее от паки. Это можно здесь... Мы будем покупать от пак даже. С аккаунта баланса, с баланса вывода можно. И с Пуршаса с баланса. Понятненько. Так, ну давайте вернемся в аккаунт. А, еще самое главное вам не показала. Так, это от пакет, это добавить депозит. Также, если можно и здесь кликнуть. Минимальный вывод отсюда, друзья, 2 доллара. Значит, реферал. Здесь баннеры и партнерская ссылочка также находится. И вот здесь вот разные баннеры. Так.
Здесь будут рефералы. Сеттинг, персональный сеттинг. Мы прописываем платежный реквизит. Здесь две платежки, Payeer и Bitcoin. Платежный реквизит. Сюда пароль, который указывали при регистрации. Нажимаем Send. Сохраняем. История у меня здесь все. Депозит, все это пусто. Ну, а здесь это рекламка у нас будет, так как я еще не пополнялась, но я еще не могу как бы добавить рекламу. И пополнять, сделать депозит также можно будет с основного баланса. Вот аккаунт баланс, когда будет что. И можно как бы реинвестировать. Типа того, я же хочу закинуть сюда, начать, естественно. Хватит с меня без вложений. Я рискую своими деньгами. Вы же имейте в виду, что это интернет, и мы только можем надеяться на добросовестность администрации. Я пополню на 2 доллара, как бы, чтобы раскрутить его хоть немножечко. А там уже буду пробовать из заработанных денежных средств. Или как там? Вот Payeer. Перебрасывать на Payeer. Поставлю на паузу и пополню. После продолжу. Я пополнилась на 2 доллара. Теперь мне нужно купить пакет. Значит, что мне? Баннерных кредитов мне с 1 доллара будет 3000. С 2 долларов, значит, мне будет 6000. Вот сейчас баланс как бы. Нажимаю. Все, я купила пакеты. Перехожу в аккаунт. И вот баннер кредита у меня теперь есть 6000. И по идее должны у меня появиться теперь денежные ссылочки. Нажимаю опять просмотр. И да, друзья, по 1 центу. 1, 2, 3, 6, 9. 10, 1, 12. 12 центов. Ну, давайте одну посмотрим. Также загружается шкала. И капча стандартная. Давайте я поставлю на паузу, просмотрю, потом продолжу. И я просмотрела всю рекламку. У меня на балансе должно быть сейчас 12 центов. Возвращаюсь в аккаунт. И да, вот баланс на вывод у меня 12 центов. И на данный момент у меня первая группа из 14 и 6130 баб-поинтов. И ежедневно я буду просматривать рекламку. Также, друзья, вот здесь есть вкладочка вот эта Help. Это ответы вопросы. Сюда можно кликнуть и перевести на русский. Я уже зачитывать ничего не буду. Кому интересно, ознакомитесь как бы уже более подробно, сами прочтете. И, как я уже сказала, минимальный вывод 2 доллара США. Вот. Будет что выводить. Естественно, я буду писать видео по выводу. Уж хочется очень надеяться, что администрация добросовестна и надежная. Вот. Потому что бывает и наоборот. Вот. Ну а теперь вот здесь уже есть. Как бы можно рекламить свои проекты. Вот у меня появилось здесь название. Здесь реферальная ссылочка, баннер 468 на 60 сюда вставляем. Вот это, естественно, мы все стираем. Как бы сюда галочку нажимаем send и, ну, там далее уже добавляем поинты. О, ну да, вот эти кредиты рекламные мы добавляем. Сколько? 1000 вы хотите. Вот у меня в данный момент 6000. Я могу даже по 1006 рекламок закинуть. Что я, конечно же, и сделаю. Ну, вот такой вот проект. Решайте сами.
я никого не призываю инвестировать без вложений, ради бога. Набрали 1600. Переходим на первый уровень. Всем удачи. До новых встреч.